Харьков, 22 июня 2014 год. Часов, наверное, 15:20. Даже российские флаги, триколоры, имперские российские флаги или национал-большевистские. Это все. Коробочка. Так, еще раз, Харьков, 22 июня 2014 год, воскресенье. Благо, не 41, а 14. Я так понимаю, отмечается день начала Великой Отечественной войны. 15:40 по Киеву. Thank you.
Харьков, поднимайся на борьбу с агрофашистами.